Я сотрудник 4-го отдела Главного управления СМЕРШ, заброшенный на вражескую территорию с целью внедрения в разведывательную школу. Он профессионал. Он знает русскую контрразведку изнутри. Двойной агент — это всегда интересно. Основано на неопубликованных воспоминаниях бывших разведчиков. Лейтенант Кравцов в сложной ситуации действует. Быстро принимает неординарные решения. Я по этой части знаменитый мастер. СМЕРШ. Легенда для предателей. В понедельник в 8:40.